Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Антон Черноусов, я девелопер-адвокат яндекс Яндекс.Клауд. И сегодня в этом выпуске Monthly Cloud News мы с вами поговорим про тему, которая меня волнует очень много лет. Про тему, с которой я живу э, практически всю свою профессиональную карьеру на э, разработке программного обеспечения. Дело в том, что мы сегодня с вами поговорим про open source. Мы говорим про данные, мы говорим про разработку, мы говорим про то, как это влияет друг на друга и связано с друг другом, проникает в наши сервисы, сервисы Яндекс Клауд. И сегодня у нас в гостях мой друг и коллега Олег, который отвечает за развитие такого замечательного продукта, как YDB. Всем привет. Олег, мы давно с тобой не виделись в эфире, а как-то вот на конференциях мы, наоборот, встречаемся очень часто. И у тебя вообще такой вояж по конференциям, где ты рассказываешь и показываешь, во-первых, свой продукт, но не просто продукт, ты говоришь, на самом деле, гораздо глубже на уровне технологий, на, э, на уровне, можно сказать, смыслов э, той работы, которую мы вместе делаем. Э, вместе имею в виду ну, вот, в, ты вместе с коллегами внутри разработки именно продуктов YDB. Э, Совсем недавно была конференция, где мы тоже виделись, и где ты совершенно замечательно выступил. Конференция называлась Data Open Source Day. Мы в первый раз в Яндекс.Клауд собрались, собрали большую команду людей, которые занимаются разработкой различных open source продуктов и решений. И начали публично говорить в таком формате конференции про open source так концентрированно. Хочется немножечко про это поговорить. Вот для меня э, знакомство с open source состоялось очень давно. Практически э, моя первая профессиональная работа была связана с э, провайдерами, и э, ко мне в руки попал Сидюк. Диск, э, кто помнит, еще что были такие СИДюки э, с операционной системой FreeBSD. Значит, соответственно, там было два диска, один был операционная система, которую мне сказали бесплатно. Я такой бесплатно. Это бесплатно, а они говорят, это open source. И тогда для меня это было совершенно непонятное слово. И вот этот open source, он постепенно в моей жизни как-то вот так вот он существовал. Э, база данных, операционные системы. И постепенно, постепенно, постепенно я понял ценность для бизнеса. Но э, вот а как для тебя вообще знакомство с open source состоялось? Настоящий олдскор, это FBSD на диске 3.3.2. Ну, я понимаю, да. А не на компакт-диске. У меня борода длиннее, чем у меня, как бы тогда уже просто появились сидюки, и вот мне вот специально записали. Да, да, появились, появились, это я так зудю. Да. Так вот, собственно говоря, если говорить про твой опыт знакомства с open source, давай немножечко как бы, что для тебя open source значит? Вот для меня это просто вот вся моя жизнь, она как-то вот с ним как-то вот, ну, профессионально, она вот неразрывно была связана. И операционные системы, и там биллинговые системы, и там, так далее. Как-то вот оно все постепенно-постепенно накручивалось. Как у тебя это происходило? У меня open source начался, наверное, одновременно с FreeBSD и с Linux. Угу. То есть, как-то так получилось, что примерно в один и тот же год а, ну... у меня состоялось знакомство с обоими, с обеими операционными системами. Ага. Вот. И кажется, что это навсегда изменило мою жизнь в, ко в кое-не ее перевернуло. Ну, вот, я вот был тогда еще достаточно молодым и не понимал, что разработка софта стоит каких-то космических денег, в общем-то. А тут на халяву получал как бы операционную систему, а рядом еще были, там, были, был диск с портами, где тоже было огромное количество бесплатного open-source программного обеспечения, в том числе баз данных. Ты сейчас занимаешься разработкой ну, одной из самых передовых если не самая передовая базы данных у IDB. А вообще, вот этот рынок баз данных, он же практически весь open -source. Ну, за исключением какого-то кусочка вот закрытых операционных систем. Какая-то такая эволюция случилась за последние 20 лет. Практически все, кто были платными, они стали бесплатными. Ну. Или Скорее вы... нет. Или выжили наоборот. Скорее нет. Скорее нет. Все, кто был коммерческим, остались глубоко коммерческими. Uh -huh. Это такая у меня я потому что в пузыре в каком-то наверное живу. Ну смотри, Postgres вышел в Ubuntu в девяносто году. Да. MySQL я вот сейчас не помню точный год, но плюс-минус плюс-минус год от Postgres, то есть да, вот да. они По вы, вышли где-то с разницей в один или два года в Open Source. И на самом деле на российском рынке тогда они не были очень популярны, ну потому что в целом не то чтобы у нас там но С, они после 2000 сверх, 2000 сверх развивались э, технологии э, и в основном все программное обеспечение было коммерческим. Да, наверное, прав. То есть если посмотреть на э, значит, лю любую корпоративную информационную систему и сети и так далее, все ну. скорее строилось на технологиях Windows. Это или ну у некоторых да, особо был. крупных э, компаний, да, безусловно, это был Солярис, Это была вторая моя и, система. Да, да, да. Я тоже достаточно рано столкнулся с Солярисом и с санами Но это уже совсем отдельный культ. Ну, потому что это другое железо, э, довольно дорогостоящее. То есть, если ты Windows мог поставить хотя бы на какой-то э, самосборный сервер, то О, с Solaris да. у тебя это уже не, не проходило. Да. Вот. И Базы данных тогда в основном были коммерческие. Тогда Microsoft SQL Server был еще не очень хорош, потому что, если я не ошибаюсь, они э, серьезно улучшились где-то ближе к нулевым. А фа был фактически Oracle был одним из лидеров. Ну, его тоже начали ну евангелизировать да. в России в середине 90-х, когда открылся офис продаж, когда открылось очень серьезное подразделение. И, в общем-то, ну, выбор был не очень большой. Я бы сказал, что на постсоветском пространстве скорее были очень популярны системы, основывавшиеся на дебейсе, то есть Creeper, Fox Фокспо и уже дальше эволюция этих Настольные такие вот. Ну, так, пол... сингл компьютер. Да, да сингл, то есть, сингл, да. скажем так, продукты, которые делись в эпоху, когда даже вокальные сети были не очень хорошо распространены. Все правда, все так и есть. Но вот если на сейчасшний рынок посмотреть, который вот у нас сейчас есть, у нас, в общем, очень сильно вырос вот этот вот сегмент open source решений, которые вот внутри баз данных занимают достаточно большой перечень решений, которые достаточно популярны сами по себе. Ты упомянул тут вот, и Postgres, PostgreSQL, ты MySQL, ну, там вокруг это, естественно, огромное количество всяких разных дополнительных сверхсуществующих решений. Например, поверх Postgres есть GreenPlum, который, соответственно, тоже open source, ные. есть решение, которое там, ну, MySQL разделился на MariaDB, MySQL, да, то есть, которым пользуются, естественно, тоже ребята. Есть различные другие системы, там, сбоку отдельно стоят там всякие кавки, которые тоже, в общем-то, open source, по большому счету. Да, если, мы от... если мы откроем, например, дата-платформ в Яндекс.Клауд, то там будет, ну, Наверное, 15-20 решений, больше 15 точно решений, построенных на open source технологиях, связанных с обработкой данных. То есть и хранение, и передача. И там, ну, то есть, как бы вот это в целом, на самом деле, достаточно много решений, которые уже адаптированы. Во-первых, для нашего рынка. Они хорошо работают и есть очень большой спрос. И в целом, вот этот вот формат в общем, сильно изменился. Мы... Почему это случилось, как ты думаешь? Почему мы стали так сильно доверять, сильно использовать open-source базы данных? Я думаю, потому что у нас не было выбора, на самом-то деле. Потому что в конце 90-х, когда появились вот те самые MySQL и PostgreSQL, ну, для начала не могу не упомянуть, что в это время документация у PostgreSQL была ужасающая. <laughs> и пользоваться им было очень сложно. Вот. А MySQL очень сильно вырос и поднялся, и завоевал всеобщее признание на тот момент, потому что он был, а, очень простой и очень легкий. Ну, понятно, что это выражало, это сказывалось еще и на производительности, то есть не сказать, чтобы это была серебряная пуля, да, то есть за то, что он простой и легкий, без хорошей документации, к сожалению, приходилось э, там, до появления и на DB движков, приходилось платить проблемы с производительностью. Но тем не менее, для большого количества задач, учитывая, что на тот момент и данных было не так много, да и нагрузки были небольшие, люди пользовались еще диалог, доступом в интернет, то есть не, не то, чтобы у людей была большая возможность активно ходить по сайтам. Вот на тот момент это было классное решение, и это был фактически единственный стек технологий на котором ты мог э, сделать свой продукт бесплатно, то есть ты, ну вот, если вспомнить все эти классические лампы, да? Ну, да, Linux, да, да, Apache, MySQL, PHP, там или все, чуть да. позже Python еще появился, да, да, то да. есть это такой стек, который тебе давал возможность вот в том самом интернете, в котором все свободно, бесплатно и всем все доступно, сделать сервис, который, ну, и по производству э, стоит бесплатно. Ну, вообще, в целом, может быть, из-за этого у нас появилась огромная армия ну, поклонников open source, в общем-то, по большому счету И большое количество разработчиков к этому относились, ну, так, лояльно. Давайте использовать и в любом месте, где можно использовать open source, старались его использовать. Ну, я, я бы еще раз все-таки сделал акцент на том, что фактически у людей не было выбора. Угу. Ну, потому что как только интернет начал завоевывать популярность, стало понятно, что в нем что-то можно делать. И это что-то даже находит отклик. А так как оно общедоступно, то оно находит отклик, отклик внезапно у огромного количества поклонников. Причем, минуя границы. То есть тот сервис там, или продукт, который это делал, он становился доступен всем пользователям интернета. Если он был чем-то интересен, то ты моментально получал большую аудиторию. Но обратная сторона медали — Люди, которые экспериментировали, люди, у которых появлялись идеи сделать что-то новое, это были не представители, ну чаще всего, это были не представители каких-то огромных корпораций. Это было множество энтузиастов, одиночек, там, людей, которые в гараже все делают на свои. И так как это было, ну, самое зарождение интернета, я довольно долго работал в телекоме, я прекрасно помню, как это выглядело для тех самых энтузиастов. Ну, потому что если ты хочешь что-то сделать, хостинги были не особенно популярны, ну, или, скажем так, тоже заждались, фактически тебе надо было или найти плохой хостинг, а если ты хотел сделать что-то более серьезное, тебе приходилось покупать сервер, ставить его на колокейшн у соответствующего провайдера, который в дата-центре тебе предоставлял стойкое место, питание и, собственно, доступ к интернету с этого сервера. Но и тут же возникал вопрос, если ты еще хоть, хоть как-то мог наскорести деньги на сервер, а это было много, да, то есть, ну, минимум, ты должен был потратить какие-нибудь 2-3 тысячи долларов. Ну, и, и, и то, да, это на довольно слабую машинку. Но если ты начинаешь считать, сколько тебе стоит программное обеспечение коммерческое, например, серверное, или база данных, или веб сервер то получалось, что стоимость лицензии на программное обеспечение в десятки раз превышала стоимость железа. А ты на железо, в общем, чаще всего брал кредит. Поэтому говорить о том, что ты можешь себе позволить программное обеспечение за деньги, ну, скорее не приходилось. Ну, вот. И постепенно становилось понятно, что если у тебя а, внезапно твой сервер становится популярней, ты начинал планировать его развитие. То есть ты начинал планировать докупание железа или аренду железа. И уж точно в этот момент никаких мыслей о том, чтобы еще и заплатить за программное обеспечение X10 от стоимости железа, тебе не приходило в голову. Это правда. Но важно, что вот это бытие, оно определяло сознание. То есть, так как это выбор был по умолчанию, вот именно open source, open source. У меня вот есть вот Lamp, у меня есть еще какие-то решения. Это тоже давало как бы какой-то определенный культурный сдвиг внутри. То есть людей, которые разрабатывали какие-то решения, они по умолчанию сразу стремились выбирать эти решения, то есть изначально смотреть именно в эту сторону. Ну, я бы все-таки тут немножко разделил, uh -huh. была еще часть людей, ну, представителей компаний, у которых деньги были. Uh -huh. И даже сейчас мы видим множество продуктов, там я не буду называть, наверное, компания, да? но множество компаний, у которых видно, из чего они развивались. То есть есть компании, которые изначально были построены на open-source стеке, а есть компании, которые были построены на стеке Microsoft, например. Просто no, no. потому, что у них был бюджет, было бюджетирование, достаточно для того, чтобы позволить себе коммерческое программное обеспечение. Понятно, что за это они, в свою очередь, получали там, более удобный <къех> тулинг, да, То есть более удобные IDE для заработки, намного более интегрированные стек технологий от э, написания кода до его компиляции и депо эвпилот То есть, понятно, что в коммерческом мире это все было намного лучше покрыто. Но, соответственно, люди разделились на две категории. Те, у кого были на это деньги, и те, у кого не было. Да. Но тут вот когда я говорил про бытие определяет сознание, я говорил, конечно, о том, что так как масса была достаточно большая людей, которые использовали open source и каким-то образом в него контрибьютить начинали, потому что э, ты какое-то небольшое изменение внес, и ты хотел, чтобы оно сохранилось, и вот было достаточно много людей, которые тем или иным образом поучаствовали в разработке open source. И это, в общем, стало в некотором смысле для некоторых людей достаточно важной частью жизни и частью культуры. И, кстати, у нас с конференции есть небольшое выступление. Сергея Бережного, директора по взаимодействию с разработчиками Яндекс, который как раз про эту часть и говорит. Для нашей компании, для тех, кто на нас работает, open source — это важная часть культуры. Вот буквально в пару слов. Это так или нет? А, тебе какой ответ? Выверенный с точки зрения как бы, пиара и всего такого или честный? Конечно, честный. Потому что, ну, конечно же, можно сказать, что мы это делаем, потому что это достаточно выгодно для бизнеса, мы видим профиты в том, чтобы решения были open source. -ными. Но с точки зрения разработчиков, в первую очередь, это прикольно, это очень классно чувствовать себя частью чего-то большого и общего и делать то, что ты делаешь, не для там, ограниченного круга лиц внутри одной какой-то компании, а действительно вот на весь мир. И мне кажется, это то, что очень сильно драйвит и мотивирует э, вообще разработчиков. И тут можно сказать, но ведь компания платит деньги не за то, чтобы разработчики самореализовывались да, и как-то там мотивировались, а за то, чтобы они решали бизнес-задачи. Но можно как-то… Ни для кого из тех, кто сталкивался с этим, не секрет, что хорошо замотивированный разработчик – это на самом деле успешный продукт и успешный код, который он напишет. И поэтому по очень такому комплексному пучку траекторий, получается, что нам это как выгодно, потому что код, который мы делаем, он становится открытым для всех, он будет лучше качеством, будет лучше с точки зрения безопасности. Также нам это выгодно, потому что счастливый разработчик – хороший продукт, да, и вот, поэтому мы, да, любим очень open source. И вот, если мы говорим про э, программное обеспечение, open source, я начал о том говорить, что что-то кто-то где-то себе допиливал, и это всегда было очень важно, потому что у тебя есть твоя задача, и не всегда тот софт, который ты достал, он соответствовал полностью всем твоим ожиданиям, критериям. Ты что-то где-то доделывал, допиливал, докручивал. И, кстати, вот практически все наши сервисы, которые находятся доступны для наших клиентов Яндекс.Клауд, Клауд, это дополнительно обвешенные огромные огромным тулингом нашим, который мы написали для того, чтобы сделать отказ устойчивым, резервируемым программное обеспечение, ну и удобным для использования. Масштабируемым. масштабируем конечно же. Да, это очень важная история, и это, мне кажется, очень важная часть того, что понимая, как работает open source, ты начинаешь его использовать для того, чтобы оказывать услуги. С одной стороны, с другой стороны, ты в него продолжаешь контрибьютить, потому что, например Гринплама, о котором я говорил сейчас недавно, да, мы же продолжаем в него отгружать какие-то, найдя какие-то ошибки, мы их исправляем и отправляем в open source обратно. Как это? Делай добро и бросай его в воду. Вот. Если говорить про вот эти вот создание open source продуктов, ведь есть и сейчас процесс выведения новых продуктов, потому что вот вы недавно, год назад, как вышли в open-source, как в IDB, как отдельный продукт, который родился внутри компании, а потом стали open source, частью open-source мира. Это ведь сложно, это же непростой процесс сам по себе. Зачем вы это делали? Здесь сразу одновременно настолько много фактов задействовано, ну, потому что это зачем, оно сразу разделяется на то, для кого. Да? То есть, зачем это для команды, которая занимается разработкой, зачем это для компании, которая разрешает этот выход. Зачем это для пользователей, которые пользуются? И, возможно, тут как раз стоит про всех и поговорить. Ну, потому что, на мой взгляд, для команды это очень важно. Потому что с одной стороны, все, что делает команда, видно снаружи. На самом деле, ну, вот лично для меня там, open source со мной практически всю мою сознательную жизнь, особенно жизнь в профессии, для меня вот Законтрибьютить в open source что-то uh, действительно значимое, это вот такая вершина того, что можно вообще сделать. Вот. Uh, это сразу делает uh, участников разработки очень заметными, очень видимыми, uh, да и чё, что греха таить. Сразу после выхода, мне кажется, uh, чуть ли не каждый день вся команда с опубликованными в списке контрибьюторов e-mail на GitHub получает предложения о работе от разных компаний с рынка. То есть, безусловно, это видимость и, мне кажется, это вот такое ощущение сопричастности к общественно значимому продукту. Ну, ты сразу То есть частью они... команды большой становишься, вот этой глобальной, глобальных разработчиков программного обеспечения, ты причастен к этому миру. Не просто причастен, ты еще и причастен к тому, что ты не только сделал что-то э, внутри, да, вот как внутренний продукт, но ты сделал что-то опубликованное, доступное человечеству, и это такой общественно значимый шаг. Uh -huh. И мне кажется, вот здесь ощущение сопричастности очень важно. Uh -huh. Ну, по крайней мере, лично для меня. Окей. Okay. Дальше. Это, это первое. Вот. А, если говорить про компанию, то, с одной стороны, а, компанию очень важно привлекать других разработчиков к работе над своими продуктами. И вот такое визибилити наличие таких продуктов в open дает возможность потенциальным кандидатам познакомиться с тем, что мы делаем, до принятия решения и облегчить принятие решения о выходе на работу. То есть не надо тебе рассказывать, что смотри, мы делаем какой-то космический корабль, но мы про него никому не расскажем или расскажем, покажем, что то вот есть занавесочка, и на ней что-то нарисовано, а вот что внутри, только после того, как ты принял эффект. А здесь все, что мы делаем, так как у нас там, каждый комит виден на гитхабе, видно, что делают наши ребята, какая у них квалификация, какой сложности, проблемы и задачи они решают. Если э, кому-то интересно снаружи э, поработать с нашим продуктом, можно себя проявить и просто поконтрибью от него. Таким образом, э, как-то вот этот первичный барьер э, или там, первичный лед сломать и уже приходить в команду как известный контрибьютор. Ну, как минимум, можно просто посмотреть на продукт и понять, на что тебя приглашают. И мне кажется, для компании это очень важно. То есть мы э, намного легче, намного прозрачней э, можем взаимодействовать с людьми, демонстрируя то, что мы делаем. То есть у нас ничего не скрыто, у нас полностью открытый продукт, максимально пермиссивная лицензия Apache 2.0», то есть все на виду. Если тебя что-то интересует, ответы на любые вопросы. Плюс мы достаточно активно работаем с комьюнити, у нас открытые комьюнити чаты. То есть не надо улить никого у офиса Яндекса, чтобы, чтобы выспросить да, какие-то подробности. Вот у нас есть комьюнити-чаты, в них сидят разработчики, в них, сидят наши, в них сидит наша комьюнити, можно со всеми поговорить, задать любой интересующий вопрос и получить на него ответ. То есть это такая максимальная абсолютная прозрачность всего, что мы делаем. Uh -huh. Так. И, наверное, да, немаловажный а, момент, чтобы добавить прагматичности uh -huh. всему. А, безусловно, а, после того, как мы инвестируем очень много лет и а, очень много человеческого труда в разработку, а, хочется видеть востребованность продукта не только как а, какого-то внутреннего инструмента, но и мы понимаем, что этот продукт, он а, обладает набором уникальных ключевых качеств, которые могут быть интересны всему миру. И, конечно, мы хотим этот продукт этому миру показать. И вот в тот момент, когда мы этот продукт хотим популяризовывать, на мой взгляд, за последние 25, может быть, 30 лет весь мир перешел вот в это состояние, когда доверие можно завоевать только открытым исходным кодом. Это единственный путь, особенно в такой очень сложной, очень тяжелой области, как хранение и обработка данных, это единственный путь завоевать доверие. Потому что, с одной стороны, это продуктовая безопасность. Ну да, такое как бы снятие ограничения на вендерлок в некотором смысле. Это полное снятие вендерлока, потому что какая бы компания у тебя ни была, какие бы комплайенс или без, требования по безопасности перед тобой не стояли, ты всегда можешь сделать выбор. Ты можешь взять э, программное обеспечение с открытым исходным кодом, развернуть его на своих мощностях, в любом доступном облаке. То есть ты строишь э, агностика решения или целиком э, размещаешь его в закрытом контуре. Но все опции тебе, возможны, ну, тебе доступны. У тебя нет никаких проблем с безопасностью, с доверием к продукту. Больше того, если компания достаточно большая, а на рынке мы знаем множество компаний, достигших того размера, на котором продукты уже не просто используются, а действительно компании становятся контрибьюторами. Есть множество примеров, когда компании форкают продукты и, например, не публикуют в обстрим изменения, а просто дорабатывают их для каких-то своих локальных нужд. И здесь ты можешь делать с этой базой все, что угодно. Кстати, кстати, у нас на конференции был совершенно замечательный доклад от Виктора Корейша, который как раз рассказывал про один из продуктов, которые они... Точнее, про свой конкретный кейс, где они как раз форкнули Apache Kafka для своих собственных нужд. И, кстати, вот здесь небольшой от него комментарий. Виктор, скажи, пожалуйста, а как тебе участие в нашей сегодняшней конференции Data Open Source Day? И, собственно говоря, с чем ты сегодня здесь на сцене выступаешь? Я сегодня пришел с докладом про Кавку, потому что я в озоне возглавляю отдел MessageBuzz. Собственно, Кавка — это главная часть всего, что мы делаем. Сегодня я расскажу о том, как мы ее фаркнули, а главное, зачем, кому это нужно и как это теперь работает. Скажи, пожалуйста, еще, вот если говорить про open source, вообще, насколько он сильно влияет на твою работу, работу твоего коллектива и как продукты, которыми ты пользуешься, ну, в том числе в Яндекс Клауд, они влияют на работу вообще вашего коллектива? Вообще, практически все, на чем мы строим инфраструктуру, ну, по крайней мере, у меня в отделе, это open source продукты. Кроме больших штук, таких как Kafka, таких как Volt, которые тоже мы поддерживаем, а, есть еще огромное облако а, разные экосистемы, которые тоже open source. Ну, вокруг той же кавки у нас есть Cruise Control, open source система для балансировки. У нас есть AKHQ, это open source UI. А, и еще там целый ворох продуктов, которые мы используем. Поэтому в моей жизни open source продукты, ну, в общем, очень многое значит. И буквально в самом конце хотелось бы, может быть, какое-то пожелание всем тем, кто смотрит нас прямо сейчас по поводу Нужно ли вкладываться в open source, нужно ли его изучать, можно ли на него влиять буквально в двух словах. Мне кажется, что мало кого нужно убеждать, в том, что вообще нужно вкладываться в open source, это такая базовая история, которая, в принципе, всем разработчикам более-менее понятна. Но не все понимают, как это делать, зачем это делать и где это делать. Я бы дал такую рекомендацию, такой совет, что, ребята, если вы что-то используете и в этом чем-то вы видите какие-то батлнеки может быть, есть какие-то коннекторы, которые вам необходимо сделать, ну, то есть что-то, это может быть сбоку какая-то история, да даже если просто вы читаете документацию, и видите, что в ней есть какая-то проблема, то э, вы можете начать контрибьютить, и это в общем-то очень полезная штука, вы поможете сообществу, и самое главное, вы поможете себе, потому что то, что вы оставите, даже пусть это будет какое-то исправление в документации, через год вы снова это прочитаете, легко все это поймете и сможете использовать. Поэтому э, мой совет, моя рекомендация – не бойтесь быть тоже причастными к open source, тем более, что он позволяет это в любых масштабах и кому угодно. И понятно, что наши коллеги, которые в данном случае форкнули продукт, они не просто форкнули его сам по себе, а, конечно, понятно, стали использовать всю экосистему, которая наросла вокруг продукта. Потому что мало выпустить продукт, вокруг него должна появиться экосистема. Это различный тулинг, это различные библиотеки, это различные Э, там, значит, э, помощники и документация, которая вокруг продукта все равно нарастает тем или иным образом. Это большая работа. UI, инструментария, инструмента инструментария масштабирование того же. Большой набор инструментов, да. Большой набор инструментов помогает эксплуатации системы. Вот э, вы уже год как живете в open source. и понятно, что вы вложились очень сильно в комьюнити. Я так понимаю, есть уже какие-то первые результаты, потому что это тоже не просто, чтобы у вас постепенно вот этот вот, вот, маховик контрибьюшенов в ваш продукт снаружи появился безусловно ну здесь для возможно для скептиков а скорее просто для более трезвой оценки хочется сказать что конечно оно само не работает подлежащий камень ничего не течет и для того чтобы комьюнити развивать надо быть готовым к тому что ты будешь в это инвестировать то есть если работу с комьюнити забрасывать если не принимать по реквесты, если не смотреть на ишьюсы, то, в общем, скорее комьюнити будет недовольна, и, безусловно, это негативно отразится и на его отношении, и в целом на, на продукте. Вот. Поэтому, конечно, обязательно надо приоритизировать работу с запросами от комьюнити. И помимо работы с запросами, конечно, надо еще и привлекать контрибьюторов. То есть надо увеличивать то количество людей, которые... Испытывает энтузиазм от совместной работы. И для нас одним из направлений стала, стала работа с образовательными учреждениями, с институтами, потому что, ну, как известно, студенты это самая энергичная, самая динамичная, самая благодарная, наверное, аудитория. И опять же, мы здесь можем не просто предложить им вот какую-то романтическую задачу, а вполне выигрышную ситуацию для обеих сторон. Потому что студенты могут выполнять работы, которые у них будут зачтены как дипломные, а мы будем получать какой-то contribution в ADB, расширять свою функциональность или что-то улучшать. Поэтому мы выделили отдельное направление по работе с студентами, сделали специальную страничку и сформировали пул проектов, которые могут быть рассмотрены как э, дипломы. Так ну, и это не просто же дипломы, это же еще, по сути дела, такое боевое резюме. Ну, такое прям вот это, это резюме вот этого э, студента, который только-только выходит в мир разработки программного обеспечения, а у него уже проект, который к тому же в open source, который можно полностью посмотреть, и он находится прямо сейчас, ну, в апстриме. Конечно. Это не просто, действительно, совершенно с тобой согласен. Это уже не просто диплом, это уже человек с отличным практическим опытом, который, к тому же, еще проходил под наставничеством очень высококвалифицированных специалистов. То есть для молодого специалиста, на мой взгляд, это такой отличный старт в карьере. Совместить, то есть даже не просто что-то делать в свободное время, а совместить и диплом, и получить прекрасную строчку в резюме, в некоторых случаях это вполне может быть и стартом в команду Ну, Слушай, вот мы говорим немножко все-таки в привязке к сервисам дата-платформ внутри Яндекс.Клауд. Тут у нас достаточно много продуктов. И многие из наших продуктов, они родились изнутри Яндекса. То есть как вот э, сначала мы пользовались сами, потом мы поняли, что это может быть полезно нашим клиентам, и потом эти продукты появились внутри Яндекс.Клауд, как вот отдельный продукт, который может внешний э, клиент начать пользоваться. Так же случилось с WayDB. И вот э, этот процесс, кажется, не остановился. Яндекс продолжает э, участвовать, в, 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 выпускать новые продукты, внутри создавая новые, например. Э, не так давно ребята, наши коллеги из э, Яндекс Инфраструктур, э, вывели новый продукт в Aitizaurus и сделали его open source. -ным. Он также доступен. И, э, кстати, пару слов с конференции, как это было, как это было непросто от Андрея Ривкина. Андрей. Uh многие думают, что в open source выпустить продукт это просто. Но я знаю, что это не совсем так, и у тебя есть большой опыт именно в введении вот буквально только что нового продукта в open source. Расскажи про вот внутренние дела. Смотри, мне кажется, что тут зависит, наверное, от продукта, от его стадии, его готовности. Возможно, если кто-то это, про это думал заранее, это действительно не очень сложно. В нашем случае система довольно большая. Мы потратили ну, больше года на то, чтобы ее подготовить к выходу к open source. Чего я могу явно подсветить? Первое – это выбор имени. Вот про это прям боль, если вы никогда не думали какое имя, не хотели его зарегистрировать, не хотели, значит, выходить в open source. Скорее всего, вы взяли что-то, что уже занято, что вы никогда не зарегистрируете, домена такого нет, и вам либо придется все переименовывать, либо придется как-то выкручиваться, находить какие-то варианты. Это прям вот одна из наших основных болей. Вторая основная боль — это документация. Часто продукты, которые зарождаются внутри, они либо у них плохая документация, либо ее вообще нет, либо она и мало. Вот. В нашем случае, система внутри, ее разрабатывают одни люди и поддерживают те же самые люди. Соответственно, у нас было довольно мало такой административной документации, как вообще с системой жить и эти знания там, в голове у маленького количества людей. Пользовательская документация у нас была более готовая, но тем не менее, нам мы ее переводили на английский язык, и это тоже заняло приличное количество времени, вычетку и в общем, ресурсы. А дальше, на самом деле, стоит подумать про то, как вообще этой системой будут люди снаружи пользоваться, какие вещи им нужны, какие нет. Часто есть какие-то такие легаси штуки, которые, ну, типа, и так сойдет, не болит, не знаю, не можем отказаться. У нас очень много там пользователей внутри. И когда ты хочешь продукт выложить в open source, ты, конечно, хочешь все это отрубить, убрать, сделать нормально. И вот тут, видимо, главное как-то баланс выдерживать, да, не, не совсем многое, но ну, и не совсем прям сырое что-то выкладывать. Вот, нам повезло, наверное, типа, довольно хорошее какое-то качество кода. Мы не очень что-то там причесывали, то есть что-то убирали. Есть какие-то внутренние штуки, которые мы почистили в коде, чтобы их, как бы, не знаю, номера тикетов, например, да, чтобы люди, ну, им это все равно ничего не скажет, чтобы это не выглядело как странно. Но глобально вот по коду проблем, скорее, было там, меньше всего, вот. Так что вот какие-то такие вещи. И вот мы возвращаемся обратно в студию, и понятно, что про open source можно говорить очень долго, про продукты можно говорить очень долго. Но вот если сделать неблагодарное дело и попробовать выделить какой-то прогноз, может быть. Прогноз того, куда мы движемся с нашими open source продуктами и в нашей, соответственно, дата-платформе, можно там, в двух словах, можно так сказать, попробовать от тебя, как от эксперта. Очень классно, что в платформе данных собралась отличная команда специалистов, которые позволяют двигаться одновременно по нескольким направлениям с одной стороны, и как это было изначально еще и внутри Яндекса, команды платформы данных развивают существующие на рынке open source решения, в частности, развивают тот тулинг, которого вокруг них не было. Например, SPQR, прокси для Postgres, бэкапы для GNPAM и множество других инструментов, которых для такого полноценного enterprise grade использования этих продуктов в open source нет. То есть мне очень нравится, что мы не просто развиваем такие продукты, да, мы еще и контрибьютим э, в комьюнити этих open source проектов. Одновременно с этим мы выводим продукты своей разработки, то, что действительно родилось внутри Яндекса, отвечая нашим большим нагрузкам, нашим большим данным, э, вместе с существующим ландшафтом, сложившимся ландшафтом Open Source решения, мы выводим свои решения, которые позволят решить часть задач, которые, возможно, более сложно решаются традиционными продуктами. И одновременно с этим коллеги из платформы данных непрерывно исследуют рынок на предмет тех проблем, которые нужно решать, на предмет исследования тех продуктов, которые, например, в ландшафте платформы данных еще не предоставляются. Поэтому мы стараемся максимально широко охватить э, те проблемы, которые нужно решить, и с помощью и существующих open-source продуктов, и с помощью наших продуктов, которые мы также выводим в open-source, решить максимальное количество проблем. Класс. Ну и в следующей части нашего видео мы поговорим уже о практическом применении ряда продуктов, из Дата uh, платформ, которые в том числе являются open source решениями, а, но уже в практической плоскости так что оставайтесь с нами! И мы снова с вами снова здесь в этом видео мы продолжаем говорить про данные говорить про open source и проговорить про платформу данных в Яндекс-Клауд. Сегодня здесь для того, чтобы практическую сторону этого вопроса, так сказать, обсудить, у меня двое гостей. Это Олег, CDO компании Мока. Олег, здравствуй. Здравствуй. И Андрей, он же руководитель команды ДВХ SkyEng. Приветствую. Вот для начала для наших зрителей давай немножко поговорим про компанию и с тобой, и с тобой, потому что мы, ну, с одной стороны, э, например, про Skyeng, в принципе, все, в общем-то, знают, что это большой игрок на таком на рынке э тех российском, и скорее это известно как э, такой на образовательном рынке, связанном с английским языком. Ну, это такое обывательское, как бы, так сказать, а ты изнутри компании можешь рассказать, чем вы занимаетесь на самом деле. Да, Skyeng начинался как школа английского языка, сейчас это намного больше структура. Сейчас Skyeng представляет услуги как на традиционном рынке английского языка, так и на рынке школьного и дошкольного образования, и также дополнительного профобразования для взрослых. Ну, то есть, прям много всего. Очень да. Очень. А про компанию Моков вообще, мне кажется, мало людей знают, так вот в широком смысле слова, по сравнению с компанией Skyeng, потому что как-то это потребительский какой-то такой сегмент, прям вот, ну, здесь там английский язык, дети, очень много шумихи, а промока меньше сильно, вот мне кажется, нужно тоже да, рассказать. Мы, мы тут не сильно пылесосим рынок, да, мы относимся к финтехам, а, работаем в сегменте, быстрорастущем сегменте, BNPL, buy now, pay later, или покупай сейчас, плати потом. А, партнеримся мы с крупнейшими Наверное, есть онлайн и оффлайн из известных таких игроков Таламода 5.8.5 и, соответственно, какие-то категории товаров больше для дому, обувь, одежда, фэшн, и же с ними. Uh -huh. вот. А доля рынки, наверное, так уже сложно сказать, потому что вошел сплит, вошел долями и так далее. Поэтому такой рынок становится немножко конкурентный и такой немножко красный океан. А я правильно понимаю, что этот продукт очень похож на... Типа рассрочки какой-то такой. То есть, вот, да, как бли, 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 ближайшие там, конкуренты, ну, наверное, то, что у нас явно на слуху, это история со сплитом, это и, и непосредственно я да, да, где он частями. Вот. У нас чуть больше выбор, то есть мы не только там, разделяем на 4, у нас любые, в принципе, сроки, займы его угу. и так далее. И довольно шире, чуть такая, наверное, Линии, линейка, да, продуктов, линейка продуктов, да, продуктов. Да, которая есть. Понятно. Ну, вообще, в целом, если я правильно понимаю, то ваш бизнес, он целиком полностью построен на данных, ну потому что нужно понимать кому сколько данных, ну скорее бы, да, мы цифры. максимально находимся в цифре, да, и с точки зрения там применения данных и всей науки о ней, да, мы там с точки, и с точки зрения вообще монетизации данных Наверное, это есть оплот, наверное, того, что мы делаем, потому что там вся отчетность, там вся управленка, там вся история с правильным прогнозируем, дефолта, не дефолта клиента, промо-тарифами, различной степени персонализации как мобильного приложения, так и то, что отображается на сайте непосредственно. Угу. Ну, вообще, это, если я, я немножечко знаком с кейсом, как он внутри Яндекс.Клауд выглядит, это на самом деле очень большое крупное решение. То есть, у вас есть вы используете и MongoDB, и Apache Kafka, и Greenplum. Мы упоминали в первой части нашей программы. Да, с точки зрения... Когда я заходил вообще в МОК, я присоединился в конце 2021 -го года, вот, был вообще фокус на трансформацию. И история начиналась с тем, что вообще надо бы перейти от фокуса хранилища какой-то гибкой платформы, которая может обрабатывать данные, причем в двух режимах. Нам нужны и пакетная обработка, и интеграция источников, и в то же время так называемый реал-тайм или онлайн, как кто называет, то, что у всех на слуху. Вот. Поэтому, если мы говорим с точки зрения платформы данных, один из элементов непосредственно до сих пор это хранилище, но помимо этого есть куча обвяза которая работать должна или предназначаться для того, чтобы, с одной стороны, иметь какую-то историю масштабируемости, а вторая история, которая важная, она некоторый универсализм. Потому что разные бизнес-кейсы требуют разной степени обработки данных с точки зрения скорости, с точки зрения консистентности, и с точки зрения какого-то латенси. То есть мы где-то делаем высоконагруженный сервис, где-то мы там готовы на какие-то истории с лагами в данных, но, грубо говоря, чтобы они были более такие соли, так называемые. Mm -hmm, mm -hmm. Но в целом получается такое все равно достаточно емкое с точки зрения разработки программного обеспечения. И вот несмотря на то, что у вас очень разные бизнесы, вы, вы в принципе тоже, ну я говорю, когда говорю про, про Skyeng, вы тоже занимаетесь извлечением прибыли из данных, потому что как бы, данные это, ну как бы соль, хлеб и то, что помогает вам. Э, э, так сказать, получать некоторое конкурентное преимущество. Не, мне кажется, очень мало людей понимает, что образовательный процесс, он поставляет огромное количество данных различных. И, и вот э, мог бы ты рассказать, как вы собираете обрабатывать эти данные э, ну, там, в своей платформе и как это помогает вашему бизнесу какие-то правильные решения принимать? Ну да, сейчас Skyeng — это большой набор образовательных IT-продуктов. Ну, то есть мы в первую очередь IT компания. и наши сервисы образовательные, они совершенно разнообразные, генерят большое количество данных. И если компания ставит перед собой цель помогать ученикам, то есть студентам достигать своих целей, то эти данные нам как раз показывают, как наши студенты взаимодействуют с нашими образовательными продуктами как они себя там внутри ведут, какой у них прогресс в достижении этих целей, и вообще, ну, какие наши сервисы образовательные являются наиболее используемыми в данный момент. Mm -hmm. Ну и тут не стоит забывать про преподавателей, это вторая сторона образовательного процесса. Мы как, так же, как и студентам, помогаем им в, в организации уроков и образовательных программ, то есть это может быть и помощь в подготовке урока, и э, помощь в формировании образовательной программы, и донесение до них э, целей и интересов студента, чтобы как-то персонализировать образовательную программу, ну и заодно, наверное, помощь в как вернуть студенту качественную обратную связь. меня тут практически все на самом деле вот э, кейсы, которые вы извлекаете, так сказать, ну, пользу от своего ДВХ, по большому счету. Если я правильно понимаю, то у вас удалось построить такое полноценное э, хранилище, где вы уже, соответственно, собираете, аккумулируете данные и строите над ними различные э, операции, которые помогают вам, так сказать, извлекать бизнес-пользу конкретную. Да. А мог бы ты буквально в двух словах рассказать, из каких компонентов ваша система состоит, ну, чтобы вот так немножечко зрителям было понятно? Ну, в первую очередь, это GreenPlum. Это наше хранилище данных, куда мы загружаем данные из источников и дальше поднимаем по плюс-минус стандартному набору слоев эти данные. У нас используется ClickHouse э, в качестве источника данных для BI-системы э, DataLens и помогает нам оркестрировать всеми этими процессами Airflow. Угу. А, Олег, а вот э, понятно, что... У вас немножко другой кейс, вы думаете и вообще про другое немножко, данные у вас другие, в общем-то, по большому счету. Но вы тоже, у вас есть тоже ДВХ, по большому счету, которые тоже, в общем, у вас тоже есть некоторые слои, которые помогают вам, э, ну, проводить полноценный анализ. А насколько большой объем данных вы обрабатываете и насколько быстро? Mm -hmm. Давай немножко разные... Ну, они, два раз, вопроса, да, да, они два разные, конечно, конечно, да. Вот. С точки зрения объемов не сильно могу похвастаться. Тут в районе 10 терабайт, а, но есть некоторое разнообразие, наверное, источников, которые может быть, потому что, соответственно, так как у нас все-таки централизирующая функция, там и, соответственно, Customer Care со своей CRM-кой, и маркетинг со своей CRM-кой, и ClickStream. История то, что находилось от партнера в момент подачи заявки у клиента в корзине, сама заявка, куча внешних источников, потому что история про выдачу займа и суметь прогнозировать дефолт, это в первую очередь попытаться собрать 360 с помощью внешних поставщиков. Uh -huh. вот. Это с точки зрения, наверное, объема данных, это то, что мы имеем, наверное, на сегодня. Там, понятно, с ростом бизнеса эта история будет, наверное, кратно расти. Вот, поэтому там... В пределе это 30, 30 40 мы ожидаем роста. Вот, с точки зрения. То вы уже это в архитектуре заложили, да? Ну, конечно, потому что мы также переиспользуем гримплан. То есть мы тут тоже не будем лукавить, потому что. Но я думаю, общем, мы дойдем до этого я... вопроса да, почему. вот Мне кажется, да, много довольно событий в стране у нас произошло, которые нам отвечают, почему на этот вопрос. С точки зрения скорости обработки разные паттерны архитектурные, и там уже, понятно, хранилище особенно реляционное аналитическое не подходит. Вот здесь у нас работает два таких инструмента. Один — это кубер-кластер, куда мы кладем модельку, пакетируем и кладем в виде микросервиса. Вот, с SLM 2 секунды мы обязаны ответить, потому что end-to-end. -end. Процесс должен занимать не это, больше 10 секунд. Это от клиентов зависит, чтобы у него там не было... И, конечно, но ну, это же не значит, что там... Это только наш маленький блочок, отвечающий за некоторые SPR, довольно умный, потому что там и какие-то алгоритмы, они что-то делают, оценивают, но понятно, что это один всего лишь из блоков принятия решения. Вот. Вторая история, различные наши внутренние даже антифрод сервисы тоже требуют некоторого НРТ, и тут мы или там обработки в режиме реального времени. И тут мы переиспользуем Mangu, в которую можно войти записать быстренько, и, соответственно, сходить также, вычитать. Для того, чтобы, там, например, на уровне девайса ID-устройства мы сказали, нет, дружище, есть, со второго, третьего раза с теми же персональными данными или с одного и того же устройства, но под разными персональными данными ты просто к нам не зайдешь. То есть мы один раз готовы пропустить фрот, на второй момент или попытку мы скажем, до свидания. Вот, кстати, это же... Финансовый сервис э, вы разрабатываете, он у вас в облаке находится. И в этом смысле это ну, в некотором смысле, это повышенные требования и ожидания о том, что данные будут ну, храниться безопасно, э, обрабатываться быстро, э, будут надежно храниться. То есть ваша система, которую вы построили, она, по сути дела, вот всем этим требованиям соответствует? Да, у нас много было перетурбаций и даже с выделением попытки отдельной МДМ-системки, куда пока хранится. Но пока на уровне такой, скажем так, мы пока не дозрели с точки зрения наших инвестиций на создание этого отдельного солюшена. Вот, поэтому внутри себя действительно ставим жестко защищенный контур, где хранится персоналка с точки зрения там, выгрузок всяких ЦБ, история с маркетингом, потому что все это все-таки требует каких-то фиу, ну, или хотя бы минимальных персональных данных. Вот. И в то же время на другой чаше весов вроде как надо, а вроде как, если кому-то дать доступ, и все это закончится тем, что просто слив базы может произойти. Mm -hmm. Вот, поэтому история... очень важно, конечно. Да, где-то мы заводим там технические учетные записи и никаких бизнес-пользователей, отдельный хранимый контур. Но тут, благо, Яндекс Клауд обладает всеми этими сертификатами защиты, чтобы поддерживать закон 152 -й. ФЗшки. Вот. А с точки зрения там, дат и так далее, тут, да, тут очень хорошо, что можно что-то зарелизить, создать, но очень важно еще весить метриками мониторинга, потому что любой сбой, что-то где-то недоступно по какой-то причине, все это приводит либо к недополученной выгоде, либо к огромным рискам, а это самые, наверное, ключевые издержки в нашей организации. Поэтому там, помимо этого всего, есть графаны на базе Prometheus или дата-доги. Это не обязательно там Uh -huh. а прям open-source, где-то мы действительно переиспользуем saas какие-то технологии, чтобы у нас именно все было на мониторинге, чтобы были sre чтобы они поддерживали процесс, потому что хорошо релизить, да, и быстро, но еще очень важно, важно это еще. все поддерживать, чтобы это работало стабильно. А давайте немножко подсветим процесс обработки равнения данных, ну такой, некоторый жизненный цикл. Вот если вот обратиться к опыту SkyEnga. Андрей, вот э, как у вас устроен этот вот цикл жизни данных внутри вашей системы? Uh -huh. Ну, изначально мы данные с источников, с каких-то справочников небольших, с опишек внешних, забираем на S3, откуда uh -huh. они загружаются уже... Storage такой изначально. Да, получается. да. Оттуда они загружаются уже в Greenplum. Соответственно, наиболее горячие данные поднимаются вверх по слоям и доходят до кликхауса. При этом организован процесс регулярного охлаждения данных. Ну, то есть данных на самом деле в процессе обучения генерируется очень много того же Клик-стрима, тех же, не знаю, микроупражнений, микротренировок, которые студенты проходят на уроках и выполняя домашку, и хранить их. За весь исторический период просто не имеет смысла в горячем хранилище. Ну и вот это, кстати, хорошая практика, когда данные ты не используешь, ты их охлаждаешь, выгружаешь, э, отдельно архивируешь. В случае, если там по комплайнсу ты должен хранить, ты их отдельно э, складываешь. И мы, кстати, э, в одном из следующих выпусков обязательно поговорим про такие практики про, практи про практики Финопс, потому что это, в общем, имеет прямое к этому отношение. Э, да, извини, пожалуйста, что перебил тебя. Да, в целом, наверное, все. Я, когда мы просто говорим про вот это вот поднятие данных ну, по какому-то стриму, да, это же в некотором смысле еще дополнительное обогащение от разных баз, потому что когда, когда ты можешь построить полноценно в свой, в свой ДВХ, собрать из разных источников с разных систем данные, ты получаешь более правильную картину, которую ты можешь уже анализировать если я правильно понимаю, то в МОК уже используются ML модели какие-то дополнительно поверх, которые помогают принимать решения. И это полноценная польза бизнесу. Да, то есть если все-таки откатиться наверх, там изначально зачем вообще все это требовалось? Вот, история с оптимизацией, особенно в отрасли финтехов и на уровне так называемых финансовых институтов, это такая там неизыблемая часть. То есть там уже не то, что мир, миру надо доказывать это. Это уже всем все доказали, что особенно там в кредитном скоринге, что это давно уже э, завоевал мир. Понятно, что это значительно лучше, чем история, где сам человек принимает решение. Поэтому каждый там, процент точности, он конвертируется в деньги и довольно легко с этим работать. Поэтому там, с точки зрения вообще всей организации, мы стараемся такой подключить все, посмотреть на клиента с разных сторон, и, грубо говоря, чтобы более точно спрогнозировать риск дефолта. Потому что, с одной стороны, хорошо, что мы умеем это делать, с другой стороны, надо тоже понимать там, непосредственно клиентскую склонность, чтобы его как-то максимизировать именно ltv вишку которая есть под этим клиентом. То есть жизненную ценность клиента. Точнее, ценность клиента на всем его жизненном цикле. Uh -huh. вот. Из этой истории по даже минимальным бенчмаркам, то, что мы у себя наблюдаем, ROI в целом от направления дата она достигает уже сейчас где-то в районе 5. Вот, стандарт на рынке в этой отрасли примерно 11. То есть у нас еще есть там огромнейший потенциал. Потенциал, понятно. А вообще в целом получается, что ну, ваш, в ну, львиная часть вашего бизнеса, и ну, у вас в обоих, в обоих кейсах, это ваша собственная внутренняя разработка, собственные решения, которые помогают вам принимать правильные решения. По сути дела, построив вот ДВХ, который, куда вы сгружаете данные, вы на самом деле решили очень много проблем, э, ну, соответственно, и повысили эффективность бизнеса. Ну, э, если мы про МОКО только что поговорили, то вот про скейн хотелось бы еще пару слов буквально. А вот э, вы как-то понимаете, сколько вы... Ну, ты уже сказал, что вы как IT-компания, в общем, на самом деле работаете. Вы понимаете, mm -hmm. как много вы вкладываете в это во все? Да. Если говорить про ROI, то, наверное, очень сложно оценить его в каком-то денежном выражении. При этом э, мы понимаем, что ну, наша основная задача – это организовать эффективный процесс обучения, при котором студенты будут достигать своих целей и преподавателям будет комфортно работать в этом процессе. И здесь, конечно, вклад в, этот, в это общее дело вносит и продукт ДВХ, поскольку мы можем анализировать поведение наших пользователей во всей экосистеме IT-продуктов. У нас уже разработаны модели образовательного прогресса, при, которые показывают, как именно, по какой траектории студент движется к своей цели, где он сейчас находится, что случится дальше? Есть прогнозные модели, которые помогают предсказывать вообще его LT, его вовлеченность. И, конечно, на уровне э, всего образовательного процесса и нашего количества студентов и преподавателей, э, ДВХ ⁇ это единственный способ увидеть э, общую картину какую-то. Как мы помогаем именно достигать образовательных целей нашим клиентам. Нужно, мне кажется, пояснить нашим зрителям, что внутри много отдельных продуктов, внутри Skyeng, с которыми пользуется студент, пока он учится. Вот давай несколько перечислим просто, чтобы... Ну, да. Источники данных, можно так сказать. Основные продукты ⁇ это, пожалуй, наш виртуальный класс, где проходят занятия, ну, то есть на собственной платформе. Это различные тренажеры, где пользователь может заниматься самостоятельно. Это могут быть тренажеры для изучения слов, если говорим про тот же английский. Это могут быть математические тренажеры, тренажеры для подготовки к ЕГЭ. И перечислять их я на самом деле могу очень много. Ну и плюс личные кабинеты как преподавателя, так и студента, которые строят удобную навигацию, дают рекомендации, какие продукты лучше использовать в тот или иной момент, чтобы как раз сопровождать обучение понятно каждый продукт по, по, по сути дела поставляет свой стрим данных вот в ДВХ для того чтобы потом принимать какие-то решения понимать где находится студент <свят> это очень круто на самом деле потому что э, вот построить э, вот эту полноценную систему что в вашем что в вашем случае э, которая будет впитывать в себя вот эти вот из внешних источников э, данные вот эти вот стримы для того чтобы потом принимать решения бизнес решения это очень круто само по себе и она ну, естественно, влечет за собой извлечение дополнительной прибыли для компании. А вот, э, когда вы описывали свои решения, понятно, что часть из них, ну, значительно построена на open-source решениях. На open-source продуктах или продуктах, которые построены на open-source. Как вообще вы, как компания, относитесь к, тому, к тем продуктам, которыми вы пользуетесь? Пытались ли вы их менять, там, использовать коммерческие какие-то варианты? То есть вообще в целом, вообще вот open source, насколько много занимает внутри вашей компании места? Кто первый? Ну, здесь как выберите. Давай я расскажу. Open source мы активно используем, особенно сейчас. Часто случаются доработки этих самых open source решений под внутренние нужды компании но при этом мы стараемся фокусироваться все-таки на том, что является ядром нашего бизнеса, а это образовательная платформа. Там опенсорса нету никакого, это mm -hmm. наша собственная разработка, и поэтому активнее всего мы инвестируем именно туда. Mm -hmm. Ну то есть open source это у нас скорее про внутренние продукты, которые решают потребности внутренних пользователей, mm -hmm. а студенты все-таки работают на наших собственных разработках. Все понятно. И а... Может быть, Олег, ты добавишь еще? Мне кажется, платформа Дана в целом сейчас ни один вендор не предоставляет под ключ что-либо. Вот. Я в прошлом вообще с из SAS, uh -huh. вот к крупнейшему поставщику, наверное, аналитические решения, особенно в банковский сектор. В телеком они когда-то заходили и так далее. И история с вендором — это всегда история, во-первых, про космос деньги. Вот. А вторая история, которая там в любом случае есть любой организации, наверное, три фактора назову. Первый, наверное, он людской, спецы, которые есть на рынке и которые специализируются только на одном тулзе, они, во-первых, безумно дорогие и безумно редкие. Это сразу тебя сужает с точки зрения набора и управления, в принципе, стафом или сотрудниками, которые у тебя есть. Второй эпизод, ну, все, что касается импортозамещения. Я думаю, там всех это коснулось так или иначе. Вот, там, слава богу, мы как раз в этом процессе находились, а мне кажется, мы большинство организаций просто там резко переоткрывали проекты, связанные с импортозамещением. Ну и третья история, которая связана с этим open source, это в некотором смысле про гибкость. То есть, если у тебя есть Довольно здравые и умные ребята. Вот. Open Source на самом деле дает больше возможностей. Это примерно как сравнить iPhone, который будет там, стабильно работать, но при этом имеет кучу ограничений, потому что он выстраивает один только клиентский путь, и любая там персонализация, она так или иначе невозможна. По сравнению с Android, где можно всего кучу настроить. Но понятно, как и везде, да. за любым Open Source или гибкостью ты расплатишься. Поэтому тут есть обратная сторона медали, где отдельный нужен лидер компетенции на определенную тулзу, его можно аутсорсить, его можно держать внутри организации, но который с аномальными багами, которые возникают, а там они действительно аномальные периодически, вот, он должен мочь справляться и плюсом консультировать, как лучше не делать в следующий раз, вот, или дополнительно какие-то разрабатывать действительно ход фиксы, либо фреймворки, либо в ход фиксы, другого там обычно нет истории. Вот, кстати, немножечко вот подытоживая нашу беседу, вы построили по-разному, понятно, ну, в силу специфики вашей работы, системы хранения данных, ДВХ у вас большие, а вы действительно извлекаете из них бизнес-пользу. И вот нас могут смотреть люди, которые прямо сейчас занимаются примерно похожей задачей. Может быть, на, еще на ранней какой-то стадии кто-то уже в процессе полностью втянулся и как раз строит такую систему себе для того, чтобы анализировать данные и принимать решения на основе так, кстати, извлеченные, так сказать, сказать информации. Может быть, вы могли бы порекомендовать какие-то, может быть, ну не знаю, какие-то советы, может быть, какие-то такие, так сказать, лайфхаки, может, так сказать, с чего начинать, когда вы строите свое ДВХ? Сейчас, снова передам слово. Хорошо, хорошо. Мы на самом деле постоянно на грубингах, выдумываем некоторые такие принципы, наверное, которые стоит там руководствоваться и где точно нам как играть. Некоторые внутренние правила игры, внутренняя дирекция, да, это зависимостью между какими-то кроссфункциональными департаментами, командами. Вот, наверное, первое, что всегда будет в организации и нельзя закончить проект, это проект, связанный с улучшением качества данных. Mm -hmm. Это бесконечный улучшайзинг, который будет вас преследовать на протяжении всего времени. Вот, да, оцифровывайтесь, да, назначайте метрики, но не ждите, чтобы у вас там рубль-рубль, копейка в копейку, чиселка-чиселка там когда-либо сходится. Второй, наверное, неотъемлемый, скорее, про людей, вот, старайтесь при особенно трансформации не работать со средничками, то есть лучше набирать лучших, если есть такая возможность. То есть вот эта история, где заводишь средничка, и все начинают на него равняться. Постарайтесь по возможности работать с лучшими то, что вы сможете там, взять с рынка и как-то их отобрать. И, наверное, третья история дата, и в целом, дата-платформа перестала играть роль суппорта, где есть бизнес, который диктует свои правила. Периодически он это делает осознанно или осознанно, там, не мне судить. Вот. Но дата немножко меняет роль от некоторого суппортящей организации до непосредственно какого-то модератора, оркестратора. Потому что она внутри себя видит некоторые пересечения миров и начинает видеть эти некоторые закономерности, которые там, грубо говоря, или что лебед рак и щука все тянут в разные стороны, хотя в общем им надо помириться и объявить там что-то единое, например, там максимизируем, не знаю, LTV, и все решения принимаются только на базе этого. Риски могут топить сколько угодно, закручивать продажи, ссылы сколько угодно будут топить с историей, давайте больше раскручивать всякие approval рейты и же с ними, вот. А здесь история, где и самодата, во-первых, может порождать проекты, их лидировать, э, дирижируя бизнесом. И вторая история, бизнес может приходить с какими-то историями, именно подружите нас, потому что мы воюем. И вот эта история, как посмотреть на клиента или посмотреть все целую эту картинку на базе каких-то объединяющих элементов, источников и так далее, это как раз дает вот эту оркестрирующую правильную функцию, потому что там, если решение развивать. мы будем принимать на лозунгах, мы далеко не уйдем. Когда мы переходим на цифры, любые споры разбиваются о факты. А факты — это вещи прямые. Факты — вещи прямые, согласен. Да. Плюсую ко всему сказанному, наверное, могу еще добавить то, что если Наши слушатели находятся в самом начале пути. Ну, то есть я не буду продавать Data-Driven подход, ну, он по уже давно... Давно всеми продан. Да. Давно продан, да. Я могу только посоветовать побольше нетворкинга, пообщаться с людьми, которые уже прошли путь сильно дальше, чем, собственно, вы, и помогут вам сориентироваться вот, правильной последовательности шагов. То есть из точки, где вы сейчас находитесь, как прийти туда или ну, близко к тому, где вы хотите находиться. Супер. Ну, нетворкинг, конечно же, решает. Ну и вот на этой замечательной ноте мы будем с вами прощаться, уважаемые зрители, и до скорых встреч. Пока.